Какие возможности дают кризисы организациям? Кризис – это то замечательное время, когда, наконец, сотрудники компании могут быть услышаны руководителями. Это то потрясающее время, когда, наконец-то, руководство отдает себе отчет в том, что они не знают, что на самом деле нужно делать дальше. И это чудесный момент. Потому что, когда руководство считает, что они знают ответы на все вопросы, происходит много таких нелепых вещей, которые часто приводят к краху компании. Когда они честно дают себе отчет, что мы не знаем, что делать дальше, появляется шанс спросить своих сотрудников, спросить своих людей в своем бизнесе, в своей компании, а какие вы видите возможности для действия, какие у вас есть идеи. И вдруг оказывается, что очень много людей есть, идеи есть у тех, кто работает с клиентами, кто работает близко к производству. И тогда, когда этот диалог начинает возникать, тогда начинают возникать новые возможности. Это то потрясающее время, когда мы можем слышать друг друга в наших организациях, когда дистанция между руководителями и сотрудниками становится намного меньше.